десятки миллионов рублей и широкие перспективы развития территории. Это ожидает муниципалитет в случае победы в конкурсе «Малые города и сельские поселения». Его очередной год проводит Минстрой России, и не зря. Ремонтные работы за счет федерального бюджета уже провели более 60 малых городов. Какую территорию заявить на конкурс от Десногорска, обсуждали на совещании представители администрации и активных граждан 25 сентября. Экспертами из администрации Смоленской области и Росатома ранее было предложено ограничиться 4 городскими объектами. Это территории 2 парков, которые находятся возле администрации. Это вот парк, который вы можете видеть из окна, и парк, который находится справа от нас, где находится памятник Святым Петрову и Февронию. Это территория 4-го микрорайона, пешеходная дорожка, которая идет от ССО Нитрино до РУДЦ. И это территория атомпарка, которая находится в 1-м микрорайоне. Проголосовать за ту или иную территорию мог любой житель Десногорска. Для этого на городском портале была создана форма для голосования. Свое мнение можно было высказать и традиционным способом – отправить письмо в специальный ящик в здании администрации. На данный момент проголосовало более 700 человек. За атомпарк, 1-й микрорайон, отдали свой голос 357 человек, что составляет 48% от голосующих. За парковую зону 2-го микрорайона напротив здания администрации, это вот это вот, отдали свой голос 170 человек, которые составляют 23% от голосовавших. Парковая зона, район памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, отдали свой голос 144 человека, 19%. И парковая зона 4-го микрорайона напротив храма Стефана Великопермского отдали свой голос 71 человек, что составляет 10% от голосующих. Представители администрации и общественности высказали свои соображения по поводу развития города. Большинству присутствующих территория атомпарка видится наиболее перспективной. Территория атомпарка там действительно и перспективна по площади, не ограничена, так скажем, существующими сетями, а только охранной зоной водохранилища. И при дальнейшем развитии она весьма интересна. С учетом тех голосов, которые были отданы жителями во время голосования, для участия в конкурсе была принята территория атомпарка. Ее обустройство не только создаст благоустроенную зону в черте города, но также может стать еще одной визитной карточкой Десногорска. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.